Это была 216 килограмм, правда, стандарт такой размер, ну, вес. Вот. И это для того, чтобы ту же точку сбалансировать или там кран сбалансировать, вот такими вот грузобалластами все балансируется, компенсирует вес такой стороны. А сколько таких требуется примерно, один или может быть вообще там? Ну вот если собираешь доучить под камеру, там два грузика, там под оператора 4-5, опять же ориентироваться надо по месту, какой вес оператора, какой вес камера, всегда этого не сегодня довольно.